Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В Котельниче вынесли приговор Георгию Метелеву, который застрелил 32-летнего мужчину. По данным следствия, причиной убийства стала ревность. Потерпевший вместе с бывшей гражданской женой Метелева уехал на пруд вблизи поселка Юбилейный Котельнического района, чтобы отдохнуть. Обвиняемый выследил обоих и стал выяснять отношения. Занервничал сильно, затекал, размахнулся, стукнул по стеклу. Метелев был в бешенстве. Шваброй разбил стекло на машине своего соперника, а потом попытался побить и самого потерпевшего. Раз он меня схватил правой рукой, на это место, дернул на меня, на себя. Но, как выяснилось, швабра была не единственным оружием обвиняемого. С собой он взял охотничье ружье. Я схватил вот сразу пакет, достал. В ходе ссоры подозреваемый взял охотничье огнестрельное оружие и произвел из него не менее 2 прицельных выстрелов в область грудной клетки потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. После убийства ревнивец Георгий понял, что совершил. Он извинился перед своей возлюбленной Машей и скрылся с места преступления. В итоге Метелев был задержан и арестован. Его обвинили в убийстве и в умышленном повреждении автомобиля потерпевшего. Следователи провели ряд экспертиз, в том числе баллистическую и психолого-психиатрическую. Обвиняемого признали вменяемым. Котельнический районный суд приговорил Метелева к 10 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия.